Всем привет, дорогие друзья! Снова с вами я, Давыд Денис, и сегодня хочу с вами поделиться роликом. Закончил я предновогодний объект, про который я говорил, заканчиваю объект на мажорной ноте. То есть, сдаю последний объект в 2017 году, и уже в 2018 году есть кое-какие объекты, у меня уже как бы планы есть большие, то есть, люди ждут, так скажем. Вот. Что хочу сказать, прикол в этой парилке заключается в том, что она находится в цокольном этаже, то есть здесь у нас бетонные перекрытия, здесь у нас бетон, парилка небольшая. Вот, я вам сейчас покажу, что где, как я сделал. Вот, были кое-какие моментики, и в принципе мы с заказчиками, с моими заказчиками, мы их обсуждали по мере их поступления. Вот, я вам сейчас покажу, как я что сделал, я думаю, вы оцените все лайком. Ну что, дорогие друзья, поехали! Ну, первое, что я сделал, вставил дверочку, сделал дубовую наличку. Ну что, дорогие друзья, зайдем сейчас и посмотрим, что там все у нас как сделано. Вот такая вот парилочка. Сделал такой рисуночек. Сделал рисунок на подспиннике. Сделал свою фирменную обвязку. То есть, это обвязка по кругу термообаш. Вот. Сделал камушек змеевик. И поставил печку. Печка это у нас Кристина в змеевике. Вот, выложил камушки и немножко гималайской соли. То есть вот так вот. Полки у нас как всегда. То есть я делаю, они у нас открываются. Открываются здесь, открываются тут. А, вентиляцию я сделал под полками. Вентиляция прогревочная. И для проветривания вентиляция вот она. А почему так рядом близко с абажуром? Потому что там идет бетонная стена. И в бетонной стене была дырка. Вот. Ну, не знаю, как изначально планировалось, не изначально. То есть, там была дырка. То есть, это единственное место, где можно было выбить. Либо вот здесь, вот, где плафон висит, либо здесь. Вот. Поэтому близко к абажуру получилось. Этот абажурчик повесился угловой. Вот. Ну, в принципе, все стандартно. Как бы вот так вот. Парилка у нас, размер парилки у нас получился 2,10 на 2,10. А высота 2 метра потолок. Вот. Ну, в принципе, как бы я вот сажусь. То есть я сижу тут удобно. Вот. Мне хорошо. Размер полков я сделал. Верхний полок у нас, ширина полка составляет 70 сантиметров. Переступ 50 сантиметров. Нижний полок у нас получается шириной в 40 сантиметров. Переступ 47 сантиметров. Вот. Ширина наших полков 2,10, да, повторюсь. Вот, в принципе, как бы все, вот я сижу, мне по кайфу, мне классно. Вот, так что вот такая вот парилочка на этот раз. Сделал свет. Ну, в принципе, все классно. Вот, что я хочу сказать. Своим заказчикам хочу сказать большое спасибо за доверие, за то, что доверили мне как бы ее делать. Был у нас кое-какой момент казусный, ну, немножко как бы из положения вышли. Вот. Так что вот так вот, дорогие друзья. Объект сдаю. Всем спасибо. Смотрите, выйдет предновогодний ролик. Выйдет обязательно. Вы его посмотрите. Кому интересно мое творчество. В принципе, вот такая вот парилочка. Друзья, кому понравилось видео, подписывайтесь на канал, пишите, делитесь, комментируйте. Ну и, конечно же, ставьте лайки.